Продолжаем распаковку новых посылок. И у нас на очереди очередная посылка из Китая. Штора. Надо будет ее на Новый год затестить, пока разбирать не буду. Переключение, все как положено, евровилка на окно. С этим ремонтом даже проверить негде. Просто негде проверить. Ну, в принципе, гирлянда у нас работает. Что не может не радовать. Китайцы молодцы. Но я думаю, пускай она лежит до Нового года. Ссылка, как всегда, в описании. Всем, кому было интересно, подписываемся на канал, ставим лайки, добавляемся в друзья. Впереди еще много. Это на Новый год тебе прислали целую штору на окно вешать. Довольная? Да. А еще что-нибудь прислали? Да, прислали. Еще. Сейчас покажу. Давай.